расскажи немножко о себе, потому что я уверена, есть люди, которые, возможно, не знакомы с твоим творчеством, да, и им было бы интересно побольше узнать именно про тебя как про личность. Поэтому можешь рассказать про свой путь, какие-то, может быть, сложности или, наоборот, подъемы, ну, в общем, как бы побольше. Начнем с того, что я из Петербурга, я окончил Академию Вагановой, и практически, ну, по окончанию у меня была единственная цель — это попасть в Мариинский театр. И, собственно, я стал, после выпускных экзаменов мне пришло приглашение на просмотр в Мариинский театр, я присмотрелся, и меня взяли в Мариинский театр. И до 18 года я работал там. К 18 году я понял, что как-то моя карьера... Ну, я нахожусь только в период стагнации вошел. То есть из года в год одно и то же, одни и те же партии, одни и те же гастроли, а я хотел чего-то большего. Вот. При том, что очень, я понимал, что очень многие артисты мечтают попасть в Мариинский театр. Тем более не только попасть, но и исполнять какие-то афишные партии. Вот. Но мне этого было мало, я хотел все-таки вести больше классических спектаклей и исполнять классические партии. И я попал в Тбилиси. Как это произошло? Я как-то репетировал с Андрисом Марисовичем Лепой. Я с ним знаком благодаря Александру. Значит, и вот после одной из репетиций я поделился своими какими-то переживаниями, сказал, что вот я хочу идти дальше, развиваться. Вот, и он мне предложил, он спросил, а не хотел бы ты поехать к Нине Анинашвили в Тбилиси? Я, конечно, знал имя Нины Анинашвили, но я совершенно не знал, что за театр в Тбилиси. Конечно, мне стало интересно. Я выслал резюме, и буквально через час мне Нина Гедивановна перезвонила и говорит: «Боря, я тебе даю премьерский контракт, и хочу, чтобы ты исполнил такие-то партии». Ну, это те партии, о которых я давно мечтал. Конечно, я не мог так с бухты-барахты собрать вещи и уехать в Грузию. Я поехал сначала посмотреть. И так совершенно случайно произошло, что когда в первый же день я оказался в Грузии в театре, в Тбилиси, я случайно встретил Ульяну Вячеславовну Лопаткину, которая приехала тогда с частным визитом. Она просто зашла в гости поздороваться с Колбатоной Ниной и увидела меня и говорит: «Боря, оставайся, у тебя здесь есть хорошая возможность танцевать те партии, которые ты хочешь, развиваться дальше». И, собственно, когда я вернулся обратно в Петербург, чтобы написать заявление об уходе, я решил, что... Сначала я поговорю с Юрием Валерьевичем, а потом уже объясню всю ситуацию. Вот. И, собственно, итогом этого разговора стало, что я тебе разрешаю взять год за свой счет, академический отпуск. Вот. И я с легкой душой поехал в Грузию танцевать, осваивать новый репертуар. А по истечении этого года я вернулся в Мариинский театр. Вот. Но, опять же-таки, понял, что вот ничего не поменялось. То есть я станцевал те партии, о которых мечтал, думал, что какой-то будет толчок в развитии в Мариинском театре, но его не произошло. И в это же время мне пришло приглашение из театра Станиславского. Лоран Элер мне предложил сольный контракт, контракт первого солиста. И обозначил те партии, которые, в принципе, мне тоже были интересны. Тот репертуар, который он привнес, тоже был интересен. Это была возможность поработать с... совершенно новыми хореографами для меня и исполнить какие-то новые партии. И поэтому я согласился и переехал в Москву. И работал в Москве до 22 года. И когда начались все известные события, Лоран сделал собрание, сказал, что он покидает Россию. И, собственно говоря, буквально через пару дней назначили нового директора, Максима Севагина. На тот момент я с уважением отношусь к хореографии Максима, к творчеству Максима, но на тот момент мне показалось, что у Максима недостаточно компетенции для того, чтобы возглавлять труппу. Ну и, собственно, я в театр шел именно работать с Лораном. Мне было интересно его вот видение, его, перенимать его опыт и знания. Точно так же, как я ехал в Грузию, потому что там Нина Анинашвили, мне было интересно с ней работать. И это был замечательный опыт для меня, потому что Нина приглашала замечательных педагогов,
хореографов. Там приезжал Фадечев, ставил спектакль, со мной репетировал. Андрис Марисович Лепа также приезжал, репетировал первый спектакль «Спящую красавицу», мы с ним подготовили. Там же был и Анатолий Кучерук, который работал со мной, и Андрей Баталов также приезжал. Вот. И в Москве я, когда шел работать с Лораном, я точно так же ожидал, что ну, хотел вот именно перенимать опыт этого руководителя, этого бывшего замечательного танцовщика. А компетенции Максима мне на тот момент показались не совсем достаточно, чтобы возглавить такой большой театр. Я знал его хореографию, конечно, мне, ну, она интересная хореография, но это немножко разные вещи быть начинающим молодым хореографом и художественным руководителем. Я не знал, получится этот эксперимент, не получится этот эксперимент, а принимать участие в этом эксперименте я не очень хотел. Вот. И, собственно, я отправил свое резюме по всяким компаниям разным, и в России, и в Европе, и везде, по всему миру. И вот таким образом мне ответил театр из Будапешта, я съездил, мне дали контракт, и, собственно, я вот с начала сезона в 22-м году да, я присоединился к этому театру. Честно говоря, я не жалею, потому что здесь абсолютно такой микс европейского репертуара, классического, русского даже репертуара. У нас буквально сейчас идет блок, заканчивается блок балета Фейхмана. И в то же время вся европейская классика идет. И Тамош, безусловно, обладает... Фейхмана, да, ты говоришь? Да-да-да, у нас сейчас что? Прошел блок Пигмалиона практически, ну, заканчивается. И у нас также Дон Кихот в редакции Мессерера шел. Но в то же время, допустим, Щелкунчик в редакции Уэйна Иглика и Лебединое озеро Руди Ван Дайка и Евгений Онегин Кранка. Потом что еще? Также у нас идет и Пахита, и Этюды, и Форсайт. Ну, в этом сезоне достаточно много было разных спектаклей. И да, даже Спартак станцевал Спартака в редакции Шереги. Это венгерский хореограф, такой, как в Большом театре Григорович, в Венгрии, в Будапеште был Шереги, главный балетмейстер. Даже интересно. Ну, конечно, это не редакция Григоровича и не Якобсона, это какая-то вот середина. Но мне было достаточно сложно. Ну, изначально я готовил партию Краса, и я считаю, что она мне ближе. Именно по нутру. А буквально за 3 недели, за 2,5 недели ко мне подошел художественный руководитель, попросил подготовить Спартака. И, собственно, это был такой челлендж для меня. Но, тем не менее, я справился, и вроде все хорошо прошло. Вот. Редакция, конечно, там очень сложной поддержки. Наверное, он там что-то взял от Григоровича, хотя этот спектакль был создан примерно, наверное, даже чуть раньше, то есть он после Якобсона поставил. Вот. Я не знаю, у кого кто взял какие поддержки, но вот стилистика очень похожа. Ну и, конечно, потрясающая музыка, и это такая партия, наверное, все мальчишки мечтают исполнить Спартака в детстве. Как будто бы ты повзрослел, знаешь. Танцевал Спартак и стал взрослым. Да, наверное. Наверное, это период такого взросления. Но мне еще кажется, что, знаешь, когда начались вот все эти события, Станиславского же большую часть репертуара все-таки занимали зарубежные, да, постановки. Да, это тоже, это было тоже. Я посчитал, что все зарубежные постановки уйдут из репертуара. Да, и они ушли, вот, и как бы, получается, нет уже такого разнообразия творческого, как оно было бы раньше. Да, и я совершенно не представлял, что будет дальше, какую политику будет вести Максим. Я, конечно, знаю, что он хороший, потрясающий, интересный хореограф, но быть, опять же таки повторюсь, хорошим хореографом и хорошим руководителем — это абсолютно разные вещи. И ну, руководитель, наверное, все-таки должен обладать каким-то опытом, чтобы артисты уже понимали, к чему стремиться и чего ждать от этого человека. Максим достаточно молодой, креативный, но вот мне так показалось, что на тот момент это был риск
Вот. Ну и потом, что происходило в стране, никто ничего не понимал, паника у всех. Ну, у меня не было паники, я был спокоен достаточно. Вот. Ну, вот так сложилось, и я оказался в Будапеште, и вот, в принципе, чувствую здесь себя очень достаточно комфортно. Опять же таки, есть возможности продолжать какие-то гастрольные проекты. И вообще изначально, когда я ехал в Будапешт, у меня был небольшой страх, что меня же никто не знает в Европе. Вот я буду, моя работа будет ограничиваться театром и все. Но вот как-то одно за другое, и вот стали приглашать на какие-то галоконцерты, какие-то проекты стали появляться, и, в принципе, даже нету свободного времени Но времени скучать и грустить. грустить. Какие ты можешь сказать, какие-то новые вершины, может быть, ты достиг за это время? То есть, ну вот для себя прям какие-то, знаешь, не знаю, прям вот точки, которыми ты мог бы поделиться, например, выделить. Вот на самом деле вот это европейские редакции нашей классики, это было для меня такое прям испытание. И когда я вот первый спектакль танцевал, у меня был Щелкунчик, я танцевал Щелкунчик Вайнона, разы легче, просто разы. Редакция Вейна Иглиха и Тамаша Салимоши, у нас такая идет редакция. Принц появляется с первого акта до последнего, он со сцены не уходит. И это огромное количество вариаций, поддержек, и в конце просто умираешь. И когда я станцевал первый свой спектакль, я такой ставил себе галочку, что я смог это сделать, все выдержал. Вот. И второй спектакль, который я готовил, это было «Лебединое озеро», редакция Рудзи Ван Дайка. Это тоже, это безумно сложный спектакль. Там в конце друг принца выносит, принц умирает, тонет в озере, его друг принца выносит из озера на берег, и вот он там умирает. Вот это было на самом деле, я умер, потому что это безумно сложная редакция. Вот. Ну и, конечно, партия Спартака, это, наверное, многие к этому стремятся, я это сделал, мне тоже вот такая была очередная галочка. И, наверное, то, что многие считают, после 30 карьера как бы должна идти на спад. А я все-таки продолжил рост и за эти 2 года исполнил те партии, которых, ну, очень долго мечтал. Тогда даже, возможно, в России не исполнишь никогда. Ну, ты же понимаешь, как это бывает. Ну, допустим, опять же таки, я исполнил партию Ленского. Это партия тоже мечты. Вот, хотя сейчас я больше себя ощущаю Онегиным, нежели Ленским. То есть тот период, когда я мечтал о партии Ленского, я еще был такой молодой, юный, и вот такой вот, который искал чистую любовь. Вот, наверное, лет 10 назад эта партия была бы ближе ко мне. Но, опять же таки, это такая задача артиста — перевоплощаться. Ты можешь себя чувствовать Онегином, но на сцене ты должен быть Ленским. Слушай, есть еще какие-то партии, которые ты бы вот сам по своему внутреннему ощущению вот прям хотел бы исполнить? Я знаю, что такое уже редко бывает у людей творческих профессий, которые уже станцевали, я не знаю, почти весь репертуар, но вдруг, знаешь, из серии что-то такое нетривиальное, о чем мало кто, может быть, знает, или что-то еще, то есть, знаешь, из серии какого-нибудь там Бурнанвиля непонятного года, знаешь, вот такое. Ну, я, честно говоря, больше сейчас хотел бы попробовать все-таки больше танцевать современной хореографии. И как-то, потому что классику-то я, ну, все партии достаточно, ну, много станцевал, перетанцевал. А вот из современной хореографии что-то вот надо заставлять себя учиться. Артисты балета — это вечные студенты, вечные ученики, и мы каждый день должны учиться. Если мы перестаем учиться, мы просто начинаем деградировать. Происходит стагнация. И чтобы вот это вот избежать, нужно постоянно впитывать в себя новые знания. И, наверное, сейчас я себе ставлю задачу именно фокусироваться на какой-то современной хореографии. Она для меня сложная. Мне гораздо легче танцевать классическую вариацию. Вот. Ну вот, наверное, именно вот в этом направлении я хотел бы дальше тоже У двигаться, вас много развиваться. студентов в театре сейчас? Честно говоря, на следующий сезон там меняются планы.
Я пока не знаю, что будет из современного, но Farsight вроде там должен быть, ну, что-то из этого. Ну, честно, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Ну, а было, например, вот как сейчас, пока вот ты два этих года в театре, что, Ну, ну, вот то есть... современный хореограф венгерский подставил Wooden Prince на музыку Бартока. Я там играл партию принца, как обычно. Ну, это да, это была современная хореография такая хорошая. Вот. Ну, вот опять же таки, хореография Ханса ван Ланна, она уже не может считаться, это такая уже классика, можно сказать. Да, тот же Форсайт, это тоже, по сути, классика такая современного балета, современного танца. Да, я уже тоже сложно это назвать чем-то современным, честно говоря. Вот. Да. А пока планы на следующий сезон, они там анонсировали, но что-то меняется, я честно не могу сказать. Но все равно в этом плане здесь вот хорошо в Европе, что ты на год вперед знаешь свой репертуар, свои партии. Ты знаешь, когда у тебя выходные. Вот. То есть, опять же таки, почему была мотивация уйти из Мариинского театра? Ты принадлежишь этому театру. Ты практически все свое время проводишь в этом театре. И ты прирастаешь к этому театру. Тебе потом абсолютно невозможно вырваться. Тебе кажется, что за пределами театра жизнь заканчивается. Абсолютно не так. Жизнь только начинается. И очень много интересного в мире балета, и не только в мире балета. И вот в этом отличие то, что европейские артисты, они не только одним театром живут. Они не так сфокусированы на профессии. Может быть, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не дает таких результатов, как русская система балета. Потому что у нас без выходных, без больничных, не дай бог ты заболел, здесь то совершенно спокойно. Разрешает пропустить класс, мы же знаем. Ну, кстати, вот в Европе нельзя пропускать класс, здесь очень строго с этим. Но зато два выходных стабильно. А в Мариинском театре было через раз. Может быть выходной, может не быть. Но это хорошо, когда ты молодой. И я, честно говоря, получал удовольствие от того, что у нас каждый день спектакли, каждый день какие-то разные спектакли. Такая была интенсивная работа. И мне Мариинский театр дал очень много. Вот я приобрел вот эту закалку. Можно утром проснуться, вечером станцевать спектакль, в 12 закончить, и утром уже нужно быть в театре. И надо сказать, что я застал Мариинский театр достаточно такой пиковый период, топовый, когда было огромное количество гастролей, были звезды мирового масштаба. Конечно, сейчас тоже потрясающие танцовщики в Мариинском театре. Ну, не знаю, наверное, может быть, ситуация сейчас не совсем такая, какую я застал. То есть имя Мариинского театра звучало по всему миру. Мы возвращались с гастролей из Лос-Анджелеса, через день мы улетали в Токио, возвращались из Токио, потом мы ехали в Баден-Баден, из Баден-Бадена мы ехали в Вашингтон и так далее. То есть это был такой непрерывный поток гастролей. Это были, ну, потрясающее время, честно говоря. И приезжал Лакот, ставил спектакль, приезжали, Ханс ван Манен приезжал, ставил спектакль, Алексей Ратманский приезжал, кто только не приезжал. Даже когда ставили Кармен Сьюиту, переносили из Большого театра, Майя Михайловна пришла в зал и с нами репетировала. То есть тут какие-то невероятные были события для меня. В Европе все достаточно спокойно. Все размеренно. Люди знают, что у них там они 4 дня поработают, потом 2 дня отдохнут, потом у них будут праздники, потом. То есть, ну, профессия это как балет, это как работа, и есть еще жизнь. А для русских, наверное, танцовщиков, для русской системы балет это жизнь, это призвание, и артисты служат всю свою жизнь этой профессии. Слушай, а физически, телом ты чувствуешь разницу между театрами? Даже не театрами, а, наверное, вот Европой и Россией в плане хореографической какой-то, да, именно подготовки физической. Мне кажется, очень сильно отличается, потому что, например, у американцев там вообще как бы все. А как вот в Европе?
Поначалу мне европейские уроки совершенно не заходили, можно так сказать. Я не мог заниматься, потому что у них, например, комбинации очень много батпан-тандю каких-то, потом все так раз-раз-раз и все. То есть мне не хватало именно нагрузки. А потом середина начинается с батман-тандю. Как это? Нужно середина начинать с адажио. Ну и все как-то вот, не знаю, мне кажется, русский урок, он вагановский урок Русский какой-то. урок. Более строгий, наверное, да? Сложный, академичный, более строгий. А европейский урок, он более такой свободный, скажем. Не расслабляющий, а свободный на разогрев. Вот. И быстрый достаточно. Ну, опять же таки, смотря еще кто урок дает. Потому что, А ну, есть русские педагоги, есть у вас там? Да, в Будапеште очень много русских педагогов. У нас есть Ирина Прокофьева, она бывшая артистка Мариинского театра. У нас также педагог Альберт Мирзоян, тоже бывший артист Мариинского театра, и он в Академии Ваганова преподавал. Вот, поэтому, в принципе, да, у нас есть русские педагоги. Вот. Но я не только в Будапеште занимался, я занимался, делал класс в Мюнхене, в Осло, в Бордо я приезжал тоже. Ну, то есть по Европе я так немножко поездил, посмотрел. Ну и в среднем ты можешь сказать, что класс примерно одинаковый везде, да? То есть такой расслабленным. Ну, он не расслабленный, он просто не в таких жестких рамках, скажем, как наш класс. И опять же таки, вот московский класс, да, вот он такой на прыжки, на технику сразу. А в Петербурге, наверное, классно там больше там адажу какие-то обращаться. Тоже есть, конечно, прыжки, но не такой упор. В Европе прыжки в основном какие-то маленькие такие, раз, раз, раз и все. То есть такие культуры больших прыжков, наверное, нет. Как в Москве. Да, это интересно. Но я вот как по себе могу сказать, что я страдаю, когда класс недостаточно вот именно такой жесткий, прям строгий, вот чтобы прям вот ты там умер, в общем-то, на нем. Тогда я понимаю, что да, мы поработали. А так, ну, это что-то побежали, Ну, здесь побежали. можно, здесь помимо класса можно пойти пилатесом позаниматься, есть классы растяжки, есть возможности, ну, не только классом заниматься, балетным, и чувствовать свое тело, развивать свое тело, не только в балетном классе. То есть здесь прям Здесь выписывается прям урок, выписано. растяжки, пилатес и так далее. Кто желает, он может Ладно. пойти позаниматься в соседнем зале. Слушай, а на педагогический состав получается вся эта ситуация, что происходит, она никак не повлияла, но я имею в виду вот на то, что там русские работают, например, педагоги и так далее. Нет, абсолютно никак не повлияло. Все-таки давайте разделять политику и искусство, Ну, по по-разному крайней вижу. мере. Я как бы, да, тоже не сторонник того, чтобы там как-то искусство было в этом замешано, но тем не менее, все равно по-разному. Видишь, репертуар же снимается, поэтому, то есть, тоже такой момент. Нет, абсолютно совершенно нормально. Нужно учитывать, что все-таки в Венгрии лояльнее, наверное, к русским как-то относятся, поэтому спокойно. Никаких проблем, ни с какими проблемами я не сталкивался. Но Мы все все-таки, наверное, стараемся жить и русский. работать одной большой дружной семьей, с дружным коллективом, и вот на эти темы как-то мы стараемся не поднимать эти темы. Мы Да, приходим в это театр, чтобы делать все одно дело. Заниматься искусством. да, согласна. Ну, а ты не скучаешь по близким, там, по родине, по каким-нибудь любимым педагогам, там, я не знаю, которые вот прям тебя занимались с тобой? Честно говоря, просто не хватает времени, чтобы скучать. Очень много такой интенсивный график. Помимо того, что я в театре выступаю, еще есть какие-то гала-концерты, есть какие-то приглашения, есть какие-то проекты. И просто, вот, честно, не хватает времени на то, чтобы вот сесть и грустить и скучать. Конечно, в начале, когда был период адаптации, я думаю, что все артисты, которые меняли театр, они проходили вот этот период адаптации. Он достаточно сложный. Кто-то легко проходит, у кого-то легко проходит этот период, у кого-то сложнее.
У меня достаточно легко прошел этот период адаптации. Наверное, климат поспособствовал этому. И атмосфера в театре достаточно хорошая. Вот. То есть у меня не было такого, что там хочу вернуться быстрее домой, скучаю по всем. Конечно, скучаю по друзьям, по родным, по педагогам каким-то. Но в основном я погружен в работу и как-то то, что прям сидеть и грустить, на это времени нету. Вот. Но, опять же таки, здесь нужно учитывать, вот в Европе блоковая система. Вот, возвращаясь к разным системам, то есть у нас в русских театрах репертуарные театры, да, то есть в один день ты можешь «Жизель» танцевать, на следующий день ты можешь «Корсар» танцевать и так далее. То есть здесь вот блоками. Ты, допустим, знаешь, что у тебя там 16 Марлингов, потом у тебя 10 Онегина и так далее. То есть, а бывает так, что ты идет блок спектакля, а ты там не занят, потому что там твою партию исполняет кто-то другой или на тебя нету партии. Вот. То есть, опять же таки, кому как повезет. Или там идет какая-то современная хореография, которой ты почему-то не занят. Так балетмейстер посчитал. Ну, то есть у меня пока такого не было, чтобы я там сидел без работы месяц. Но вот в Европе такое иногда встречается. Интересный вопрос. Какой балет любишь смотреть больше всего? А ты вообще не смотришь балеты, мне кажется. Нет, я... Мой любимый балет был, когда я работал на Рижском театре, «Легенда о любви». Я вот была вот возможность, когда я всегда Любимый смотрел этот состав спектакль. для любви. Любимый состав? Вика Терешкина, Ульяна Лопаткина, это Мохаммад Бану, Ширин, наверное, Ширинкина, Катя Смолкина, вот, Ферхат, наверное, Володя Шклеров и Тимур Аскеров. Такой состав. Записываются, друзья. Да. А визирь — это, конечно, Костя Зверев. Такой настоящий. Хотя я помню, потрясающим визирем был Илья Кузнецов, солист Мариинского театра. Вот. Ну, такой вот состав. Да. Так, следующий вопрос. Какую партию любишь танцевать больше всего? Какую не люблю больше всего? Давай не любишь, что есть. Честно, я даже не знаю, трудно ответить. Больше всего люблю. Вот эспаду. Люблю я танцевать эспаду. Причем я уже Да, танцевал конечно. эту партию сколько, в четырех редакциях. В Мариинском театре, в Тбилиси, в редакции, наверное, Нина Ананьяшвили. Да. В Станиславском в редакции Рудольфа Нуриева. И в Будапеште я станцевал в редакции Миссерера. Вот четыре редакции я станцевал. Каждый раз Я не получал поняла, что удовольствие. не путаются ноги, руки, когда ты уже пять редакций в голове, в А ногах там и... абсолютно разные вариации. А, Первый ну, акт но... он немножко похож, но у Нуриева совершенно другая редакция, совершенно другая Помню, Нури. хореография. Там даже не было. Нуриевская хореография — это испытание для танцовщика. То есть там нужно обладать техникой: два тура вправо, два тура влево, двойное ассамбле вправо, двойное ассамбле влево. Там не волнует, что ты правша или левша. Ты обязан сделать. Я очень хорошо помню, как мы с Лораном это репетировали. Это испытание для танцовщика. Но это приятное испытание. Я Конечно, уже для кого станцевал уже там. станцевал. Уже галочку можно поставить. Да. А как ты попал в балет? Как ты попал в балет? Шел Для мимо меня и... примером... Нет. Для меня образцом, примером стала старшая сестра. И она сначала занималась гимнастикой, а потом она решила заняться балетом. В общем, поступила в Академию Вагановой. И мы с мамой очень часто посещали спектакли Академии Вагановой в Мариинском театре. То есть я посмотрел балет «Щелкунчик» в исполнении Академии Вагановой. И я понял сразу, что я хочу также выступать. Вот. И еще я очень хорошо помню, что раньше по воскресеньям показывали по каналу «Россия» балет.
«Царская ложа» или что-то была, какая-то передача. Я вот очень любил смотреть, и я вот мечтал, что вот когда-нибудь я также выйду на сцену и буду танцевать. Вот поэтому, собственно, я попросил записать меня сначала, где я могу заниматься. Я сначала занимался в ансамбле «Калинка». Это в Московском районе, там есть такой дворец пионеров. Меня туда бабушка водила на занятия. И после этого я год занимался подготовительным курсом в Академии Вагановой. Этот курс специально сделан для того, чтобы дети могли адаптироваться к нагрузкам, получить какие-то базовые знания классического танца. Вот. И после вот этого подготовительного курса я прошел вступительные экзамены и сразу поступил в Академию Вагановой. И когда мы учились вот в Академии, у нас вот прям вот мы были запрограммированы. Лучший театр на Земле — это Мариинский театр. Ни одного другого театра на свете быть не может. Конечно, мы все мечтали попасть в этот театр. Вот. Но еще будучи воспитанниками Академии Ваганова, мы принимали участие в очень многих спектаклях в репертуаре Мариинского театра, которые идут, где задействованы воспитанники. И буквально с самого маленького возраста мы уже знали там каждый закуток, каждого артиста, каждого сотрудника. И, собственно, когда вот я выпускался и попал в Мариинский театр, я уже как... Это был для меня родной дом. Вот. И, конечно, было очень тяжело уходить. И решение уйти из Мариинского театра я очень долго принимал. Я помню, как я написал вот заявление об уходе, и я вот, наверное... 5 или 6 дней не мог подойти к кабинету Юрия Валерьевича и поговорить на эту тему. Но я не испугался, я вышел из зоны этой комфорта, из зоны, ну как, я бы сказал, мне всегда казалось, что за пределами Мариинского театра нету жизни. Ну вот я проверил, оказывается, жизнь есть, и она очень насыщенная. Поэтому я не жалею, что рискнул. Попробовать. Ну, во-первых, это очень классно, я считаю, начать с Мариинского театра, это прям, ну, как бы, ты сам понимаешь, и объективно, даже на данный момент, Мариинский театр, ну, один из самых сильных все равно. Безусловно. Было... Тем более да. Сейчас вот эта вот коллаборация Большого Мариинского, объединение, я смотрел там гастроли Большого в Мариинском, а Мариинский сейчас в Большом выступает, это потрясающе, это хорошая возможность для артистов. И, конечно, и педагоги там работают. Они хочется очень многому учиться. Да, согласна. И тогда следующий вопрос, исходя из этого. Что, если не балет? Ну, наверное, тоже какая-то творческая профессия. Только петь я не умею. Не знаю, я, честно, с самого детства понимал, что я стану артистом балета. Я мечтал стать солистом балета. Я мечтал танцевать сольные афишные партии. К этому я стремился всю свою карьеру. Если не балет, не знаю. Наверное, занимался бы организациями каких-то мероприятий. Творчество. Впрочем, чем ты сейчас и занимаешься? Да, это вот параллельно моя работа, вторая. Ты назови топ-3 для тебя театра мира. На данном этапе. Ну, уже да, то есть что мы будем брать? Не Советский Союз. Ну, это на самом деле... Все театры, они развиваются, находятся в каком-то развитии. И это тоже конкуренция. И нельзя сказать, что вот это вот сейчас, на данном этапе, вот лучше... Как 100 лет назад это был лучший театр, так он и остается лучшим театром навсегда. Нет, это... Слушай, ну даже не в этом формате, наверное, а может быть просто для тебя лично, то есть, не знаю, вот как артисту, может быть, в котором тебе комфортнее всего танцевалось, или там, не знаю, по репертуару там как-то он тебе больше нравится. Да-да-да, я понимаю, да. Это все конкурирующие фирмы, и каждый театр пытается стать лучше одного из конкурентов. Наверное, Royal Opera House. Я бы выделил, мне нравится абсолютно. Там такие сильные танцовщики достаточно, интересный репертуар. Вообще вот как себя театр позиционирует и в социальных сетях, и какие артисты там. Мне очень нравится Royal Opera House. Большой Мариинский Большой, наверное, это уже как одна структура. Потому что они, я думаю, будут в одном векторе. Трудно сказать, потому что и в Мариинском есть очень... потрясающие танцовщики и спектакли, и в Большом театре точно так же.
есть потрясающие танцовщики, и репертуар тоже потрясающий. Наверное, мне из европейских театров также нравится Head National в Амстердаме. Вот именно репертуар, там интересные танцовщики. Кстати, у нас в Будапеште очень много идет похожих постановок, как в Амстердаме. Даже вот, ну, «Щелкунчик», «Лебединая», балеты Ханса ван Манена также идут. То есть у нас практически, ну, не филиал Head National, но есть очень много хорошего из этого театра. И вот я «Щелкунчик» репетировал с Марией Аради. Это бывшая звезда Head National. И она в свое время танцевала с Рудольфом Нуриевым. Вот, и она очень много всяких интересных историй рассказывала. Вот с ней было, кстати, как раз-таки очень интересно поработать. И в следующем сезоне мы с ней будем готовить «Лебединое озеро». Вот, и она говорит, что она помнит эти постановочные, как Руди ставил, Руди Ван Дайк ставил. И, ну, то есть потрясающая возможность поработать с такими людьми. Да, это всегда очень интересно. Вот, наверное, из европейских я бы выделил Royal Opera House, Head National, из таких прям топовых, Большой Мариинский. Австралийский балет мне нравится. Мне очень нравится Дэвид Холберг, руководитель. Я смотрю, как там компания развивается, мне вот очень нравится. Если бы это не было так далеко, я, наверное, даже рванул бы. Но мне в Будапеште хорошо. Ну, слушай, как говорится, еще не вечер, кто знает, да, вдруг там что-то вдруг поменяется и так далее. Вдруг тебе нужно будет организовать что-нибудь в Австралии, и ты так, хоп, та-ра-та, и вот ты уже там. А если на море, то куда? Мы если поняли, не в Австралии. И не на Мальдивы. Да. Если на море, то куда? Мне нравится Черногория. Пальма де Майорка. Не, на Мальдивах тоже хорошо. Так что, наверное, так. Говорят, на Мальдивах очень скучно. То есть, если ты хочешь такой себе пенсионный отдых, то очень хорошо лететь на Мальдивы. Вот мне уже пора выбраться. Да. Кстати, мне очень понравилось. Прошлым летом я был в Японии на острове Окинава. Потрясающий красивый остров. Там невероятно красивые бухты. Там нас на яхте немножко катали, прям очень красиво. Если у кого-то есть возможность, обязательно рекомендую остров Окинава. Так, мы записали. А чем тебя в целом впечатлила Венгрия? Может быть, какие-то, я не знаю, у тебя есть теперь любимые локации, или ты что-то выделил для себя, что-то какое-то супер особенное? Ну, в Будапеште, что у нас безумно красивый театр, вот, очень интересная локация. То есть, если у кого-то возможность, зайдите посмотреть. Я планирую добраться до Будапешта, так что, если что, ты понял. Да, пожалуйста, приезжайте. Набережная очень красивая. Очень люблю там посидеть на набережной, взять чашечку кофе, смотреть, как люди гуляют, видом на Дунай. Это завораживающее место. Ну, конечно, там рыбацкий бастион и парки очень красивые. Ну, набережная, наверное, одна из таких любимых локаций. А вообще, Будапешт чем-то мне напоминает Петербург. По архитектуре, по, ну, какому-то такому драйву, может быть, не драйву. Настроение. Настроение, да, вот именно такое. Только в Будапеште больше солнечных дней. Это, кстати, очень важно. Летний Петербург. Ну что, расскажи, пожалуйста, про Японию, про твой будущий проект, что ты сейчас готовишь, какой это по счету твой проект, которым ты гордишься и хочешь, чтобы все о нем узнали. В общем, расскажи все, что знаешь. Да, это на самом деле 2 года назад начались эти переговоры с японской компанией «Каранша». Я уже ездил с этой компанией в составе гастрольного тура, который организовал солист Михайловского театра Михаил Венщиков.
Но вот они обратились ко мне ввиду таких сложившихся ситуаций и спросили, не могу ли я набрать артистов из Европы для тура летнего. И мне на тот момент показалось, это так легко звучит. Да, конечно, почему бы и нет. Я согласился. И вот мы начали процесс подготовки. Мы согласовали репертуар. Это будет гала-концерт или это спектакль? Мы согласовали репертуар, и это будет первое отделение Шопеняна, и второе отделение это будет дивертисмент, который состоял... у них было прям конкретное видение, заказ, что они хотят увидеть в этом гала-концерте, в этом дивертисменте. Это в основном классическое наследие, это фрагменты «Спящей красавицы», «Жизель», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». А в Токио у нас немножко другая программа будет. Там будет и ПДД из балета «Сильфида». А белые и черные даже в разных актах. Вот, и с кардебалетом. Всего у нас компания 30 человек. Вот, и в момент, когда я начал этим проектом заниматься, мне показалось, да ладно, что это так все легко. Оказалось, это намного сложнее, потому что... Европейские артисты ценят свое личное пространство, личное время, и период отпуска для них это святое. Мало кто хочет во время отпуска куда-то ехать, в какую-то Японию, еще за такие гонорары, скажем так. Вот. Но, тем не менее, я собрал компанию, мы подготовили программу, мы изготовили специально для этого проекта костюмы, я отшил. Заказал, искал мастерские, чтобы это было все на самом высоком уровне. Вот, начали процесс подготовки. Вот, у меня солисты, есть ребята из Мюнхена, есть ребята из Royal Opera House, даже у нас есть артист, который будет исполнять в «День розы». У нас будет мальчик из Амстердама, молодой артист Лука. Он победитель... Лука Добыш, что ли? Египетский танцовщик. Я сейчас не вспомню. Он при Делазан победил в 22-м году, если я не ошибаюсь. Второе место, по-моему, занял. Да, второе место занял. Вот, очень способный, но с ним надо работать. Я уверен, что все получится. И... даже якобы Тиси сказал, что он согласился с ним поработать. Вот как раз-таки он может передать тот опыт, который он приобрел в России, европейским танцовщикам. Поэтому я считаю, что эта вот ситуация как раз-таки может пойти на пользу европейскому балету. Что они, такой обмен знаниями произойдет, обмен опыта. Вот. Так что вот такой вот у нас процесс. У нас запланировано 21 спектакль по всей Японии, вот, и 30 танцовщиков будут принимать участие. Что вот так, это сложная работа. Да, очень насыщенная. Пусть все получится, пусть все подготовятся. Да. Сил. Да, спасибо. Но это не первый проект, у меня уже был опыт. Как не помню, вместе мы немножко поработали в Москве. Это был «Щелкунчик» для любителей балета. Все подсобирать артистов на одном. Красный, да. Да, гала-концерт также мы делали. Да. Помимо этого я организовывал какие-то выставки. Первое мое мероприятие я провел в Лондоне, еще будучи молодым артистом Мариинского театра. Мы с подругой решили организовать выставку Марка Олища в Лондоне, переурочить гастролям Мариинского театра. Для 23-летнего парня сделать такое мероприятие — это достаточно рискованная затея была. Но тем не менее мы провели эту выставку. У нас появились там спонсоры, мы проводили выставку в Центре русской культуры, Пушкин Хаус, на Блумсбери-стрит. И даже на открытие приехало огромное количество любителей русской культуры, подписчиков Пушкин Хаус. Юрий Валерьевич даже пришел на открытие и сказал речь. Ну, такое интересное мероприятие получилось. Я вот тогда, собственно, это был первый мой опыт в организации.
Потом я помогал в организации таких культурных мероприятий. У нас в Мариинском театре была группа, фан-группа, состоящая из артистов балета. Ребята в свободное время в раздевалке играли на гитарах, сочиняли песни, и, в общем, мы решили организовать вечеринку. Она первый раз прошла в Вашингтоне, в клубе. Там были разные группы выступали, в том числе вот ребята выступали. А потом мы уже решили делать как закрытие сезона и выступление нашей фан-группы приворачивали каждый раз к закрытию сезона. Последнее мероприятие мы проводили в клубе «Джаггер», который вмещает в себя 1500 мест. 1500 человек. Это невероятно было. Так что, в принципе, у меня опыт уже какой-то есть, и вот, надеюсь дальше продолжать в этом же направлении. Да, это круто, что тебя это заряжает, и важно, что ты не концентрируешься только на профессии артиста, да, потому что, как мы знаем, ходят легенды о том, что это очень узкопрофильные люди, да, условно, которые, ну, что-то понимают в жизни только где-то там вот касаемо профессии. Ну вот у меня сейчас такая ситуация, я на уроке отдыхаю, я на репетициях отдыхаю, ну, головой, потому что приходится очень много думать, анализировать, делать составы, думать насчет костюмов, насчет хореографии, насчет репетиции, гастрольный график составлять, это все достаточно сложно, уже идет процесс подготовки, билеты, визы, отели, перелеты, это все достаточно сложная работа. Вот. В этой работе мне помогает солист баварской оперы Ягу Гонзага. Вот. Он хорошо говорит по-русски, португальский язык, это его родной язык, и английский язык, так что он мне помогает как только может. И вот он административную функцию тоже выполняет. Да, я как организатор знаю прекрасно, насколько важна команда, с которой ты работаешь, потому что иначе, ну, самому это невозможно просто. Да, постоянно какие-то непредвиденные ситуации, то там балерина заболела, то она отказалась, другой там отказался, то есть когда уже опечатали все буклеты по Японии, один артист выставил такие требования, что они, ну, просто отказался ехать. И потом еще требовал, чтобы убрали его со всех афиш, а они были отпечатаны по всему, по всей Японии. То есть, вот такие, ну, это опыт. Поэтому буду знать в дальнейшем, как это организовывать. Да, я думаю, в любом случае все, что происходит, все полезно. Благодарим и понимаем, как говорится, да. За любовь. Да, ну я тебе желаю удачи, в общем, в любом случае. Было бы классно, конечно, нам всем вместе собраться в Японии, не знаю, реально это или нет, но как знать, да. Да, вот. Приезжайте. Да. Ну что, я не буду тебя больше задерживать, наверное. Мы, в принципе, с тобой обсудили все, много чего интересного. Вот, я надеюсь, нашим зрителям тоже было интересно. Вот, я желаю тебе спасибо. Удачи в творческих начинаниях, да. Спасибо за этот разговор, спасибо за приглашение. Для меня этот формат новый. Вот. Так, в необычном месте, вот, на автостоянке, я сейчас это покажу. Но, да, это же так классно, да, что сейчас, прекрасно, что сейчас мы можем встречаться и общаться в любых вообще, для любых заправок. Да. 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 Так что удачи, спасибо. Боречка. Да, спасибо тебе за уделенное время. Вот, спасибо нашим свидетелям, хотела сказать. Зрителям, да. Зрителям, да. Спасибо. Всем удачи. Увидимся на спектаклях. Вот так. Да, приезжайте в Будапешт и посещайте наши спектакли. Да. Спасибо. Всем всего доброго.